Всем привет, меня зовут Катя. И в этой передаче мы не будем учить вас зарабатывать деньги, строить карьеру или добиваться поставленных целей. Тут все очень просто. Классные люди, крутые профессии, смешные истории и ответ на самый главный вопрос – как найти себя? Эта тема очень интересна мне и, я надеюсь, интересна и вам. Так что давайте любить понедельники. Больше пятниц. Погнали! Музыка, как много в этом слове. Я каждый день слушаю музло. Собственно, как и вы. Да, интервью с музыкантами уже было, я узнала, сколько они в Ярославле зарабатывают, все понятно. Решила дальше пойти. Есть такая профессия – звукорежиссер. Звукореж. Ну, в общем, или как-то так. Пойдемте сами все узнаем. Привет! Привет! Как у тебя профессия-то называется? Профессия вообще называется звукорежиссер, но у нас в России звукорежиссер – это человек, который занимается всем подряд. Ты и грузчик, ты и техник, ты и продюсер, и уборщица, и, блядь, психолог, мама, папа, вся херня, короче. Короче, звукорежиссер. Звукорежиссер звучит. В общем, у меня задача-то простая, я хочу понять вообще, чем ты здесь занимаешься. Первое, вот это потрогать не можно? Ну, валяй. Так, отлично. Ну, получается. Да. В какой момент в твоей жизни ты вообще понял, что ты вот этим вот всем будешь заниматься? То есть было какое-то типа осознание или как это произошло у тебя? Мне нравилось это. Я как начал играть на гитаре, я сразу начал это все записывать. Так. Ну, еще дома, там, на древний компьютер. Угу. Даже сначала на магнитофон древний, пленочный, естественно. А потом как-то это все перемешивалось с музыкой. Ну, то есть я был и гитаристом. И, соответственно, чтобы как-то реализовывать свои песни, приходилось их записывать, а чтобы хотелось, чтобы звучали они все равно достойно. И тут постепенно приходит. А когда музыка не заработаешь в Ярославле, как бы своей, а звукорежиссером заработаешь. Отлично. Вообще на звукорежиссера, вот да, в данный момент, в данную секунду, 2020 год, как учиться? Это самоучками быть, это, не знаю, в школу идти, есть какие-то курсы? Там за 2 часа стать звукорежиссером онлайн? Или если как? Учиться, то только не в России. Так. Потому что все у нас образование звукорежиссерское, оно там в основном на кино завязано. Ну, а если ты простой, допустим, Толя... то открываешь YouTube, и, угу. В принципе, если у тебя есть цель, ты достигнешь ее. То есть обучаться приходится всегда в любом случае. И сейчас очень много пособий и всяких семинаров, курсов, то есть этого можно насмотреться просто. Самое главное – научиться это применять. Mm. То есть там же просто дают знания, а тут как бы профессия – это все равно творческая. Не только ты инженер, но ты еще и сочиняешь это в голове звук. Так, это самое вообще дикое и странное рабочее место, которое я вообще видела в своей жизни. Ты в самолете, видимо, не была? Не была еще, это правда. Вот это что такое за фигня? Расскажи, пожалуйста. Ты вот сейчас куда ткнула? Вот сюда. Вот сюда? Да. Вот эта синенькая штучка тебя интересует? Да. Это посыл просто. Какой-то посыл с канала на какую-то 8-ю группу. Ну. А ты точно звукорежиссер? Да, вот он сюда приходит. Я точно знаю, что он сюда приходит. А вообще, есть такое, знаешь, типа, что важнее там, типа, и раньше, курица или яйцо? Вопрос о другом. Что важнее в твоей профессии? Это типа руки золотые звукорежиссера или обалденная техника? Ну, так как мы все-таки и творческие люди, и инженеры, угу. То все вместе должно быть. Поэтому это дорого, как обычно. Давай соберем с тобой такой минимальный набор нормального звукорежиссера. Ну, то есть, что там у тебя, не знаю, пульт, микшер, как это все называется? Нормального звукорежиссера да. Какого давайте учтем? Вот самого начинающего. Самого допустим. Простенького. Да, самого простенького. И сколько это примерно стоит, опять же, там вот в цифрах? Опять же, если ты хочешь просто сводить, это можно делать сейчас на компе. Так. Если комп. Раз. Ну, комп надо, да, мощный. Так, компьютер, ну, если записывать, соответственно, нужен микрофон, мониторы. Чем их больше и не лучше, угу. Тем лучше у тебя будет угу. Результат, потому что все равно надо сравнивать на много, ну, на разной акустике. Преамп неплохо бы иметь, ну, или звуковую карту. Сейчас, в принципе, звуковые карты нормальные для начинающих. Угу. Можно без преампа обойтись, потому что там предусилители уже встроены. Сколько это вот может стоить? Это все сколько может стоить? Ну вот, ну не вот нормальный такой набор, чтобы и не фу, и не сколько-сколько? Ну в сотку можно вложиться. В сотку? Нормально будет. Нормально, да? Старт для работы, да? 100 000. Ну это будет прямо хороший старт для работы. Не то, что ты там на каком-то за 5000 микрофоне там пишешь, а вот это нормальный сетап. В общем, ты здесь обитаешь все свое рабочее время, правильно я понимаю? Ну, вот, типа, вот ну, если мы говорим о студийной работе, угу. То да, есть же всякие концерты еще.
о студийной работе. Вот, допустим, я настоящий белый человек, офисный работник. Вот, и моя работа с 9 до 6. У тебя какой график работы? Ну, в принципе, как захотел, так и поработал. Ну, так, если чисто на практике, ну, не знаю, я здесь обычно часов с 11 до 11. А, нормально. И сколько ты зарабатываешь? А я не считаю. Ну, давай посчитаем вместе. Ну, ты понимаешь, ты зарабатываешь и тут же тратишь. Знаешь, сколько сейчас стоит аппарат даже тот же обновить? Ну, давай, давай, ладно, давай считать. Ну, хотя бы от и до сумму. От 60. До? До бесконечности можно. Нормально. Ребята, все идем в Букарежу. Смотря с кем работаете, вы понимаете? Есть люди, у которых есть деньги, они готовы их платить за музыку. Есть люди, у которых нет денег, они готовы платить поменьше за музыку. А можно вообще взять из непоющего человека сделать поющим? Вот сегодня как раз полдня занимался таким. А расскажи, пожалуйста, вообще много ли таких заказчиков, которые вообще не умеют петь, и ты там по буковкам собираешь их? Больше 50%, конечно же. Да ладно. Ну, все же хотят петь. Людям же интересно выразить свои эмоции, там, поздравить кого-то с днем рождения, со свадьбы, еще с чем-нибудь. То есть, и все равно они приходят, даже если не умеют, приходят с семьями огромными петь. Дети там, родственников куча, то есть человек по 15, представляешь? Нет! И вот, да, и петь не умеют. Мало того, что они друг друга еще не попадают, им надо вот как-то из этого все собрать, склеить, чтобы красота была. А помнишь самый вот трешовый твой проект, который прям ты такой, я никогда не скажу, что это я делал? Нет, такого нет, потому что все равно стараешься делать максимально хорошо, и даже если сказать, ну, что ты тут наделал такое, я скажу, хотите, я включу, что было, да? Я поняла. В общем, погнали петь. Погнали, петь будем мамулик. Да. Заработал денег. Ха, сейчас актуально это. Сань, я вот не понаслышке знаю, что музыканты, ну, знатные раздолбаи, мягко сказано. Приходили ли к тебе? Поэтому бьем по рукам их, когда они делают херню, шучу, конечно. Линейкой. Нет, серьезно, приходили ли к тебе на запись, ну прям вот, ну, вот вообще не готовое что-либо воспроизводить из себя? Ты имеешь в виду там бухами? Ну да, ну вот примерно такие. Да, Сёма у нас есть такой барабанщик. Да ладно. А и как ты с ними работаешь? А Сёма хорошо играет. А, независимо. Ему пофигу. Короче, ребят, во-первых, я себя очень сильно слышу в ушах, и у меня голос-то так себе, еще и кротавлю, поэтому я как бы фиг знает, как я спою, но буду очень стараться. А текст-то есть? Ой, я тебя слышу! Ха! Класс! Где-то был текст. Я точно не попаду никуда. Ну ладно. Заработал денег в годовую смену. Заработал денег, это охуенно. Макс, иди покажи мне, как надо, пожалуйста. Это Макс, он реальный вокалист группы Fat Fingers. Он мне сказал, в смысле ты будешь петь? Ты слышала, как ты поешь? Давай-ка я тебе помогу. В принципе, отличный чувак. А, слушай, а тут самое главное, как бы, как петь-то правильно? Вот, типа, есть какие-то... В ноты попадать, Кать. Пойду я. Заработал денег в водовую смену. Заработал денег. Это охуенно. Я все. Совет, расслабься, улыбайся и пой. И еще эмоции. Вот он же там с эмоциями поет. Ты вот эти эмоции все попробуй подхватить и передать. А давай хочется влюбиться. А давай вместе. Заработал денег. Это охуенно. Денег заработал. И сегодня, братцы, хочется влюбиться и хочется нажраться. Хоба. Все, молодец. Заработал денег в водовую смену. Заработал денег, это охуенно. Денег заработал, и сегодня, братцы, хочется влюбиться и хочется нажраться. Давай, показывай. Давай. Показывай, точно, ты уверена в этом? Заработал денег, вода в смену. Заработал денег,
Это лучший вокал на этой неделе. Это самый прекрасный голос в мире. Она уже нажралась. Я больше никогда не буду петь. Это первый и последний раз. Это не мое. Я лучше вот буду картавые передачи вести. Я сейчас сделаю, она передумает. Отвечаю. Вот. Поехали. Заработал денег. Да не буду я тебе больше никаких вопросов задать. Все, унижение. Давай, наваливай свой вопрос. Вот это слушать просто вот невозможно. Самооценка прям такая типа... Заработал денег в водовую... Это я. Класс. Есть такая песня у Нойза. Звукачи, рукавами смахивая горькие слезы, по буквам собирали наши песни скрупулезно. Хорошая песня, знаю я ее. Нравится она тебе? Песня хорошая, кстати. Там на самом деле, ну, про звукачей это уж так. А песня вообще типа про творчество же там. Сегодня врут про мукотворчество, это сраные, эти сраные пидоры. Просто берешь и хуячишь с пастроном. Какое там вдохновение? Тоже мне Джордана Бруно. Точно. Заработал день. Ну что, готово, да? Ну, типа того. Давай, поехали. Что, прямо уже готовы, да, бахать? Да, бахай, давай, удивляй. Сейчас, погодь, погодь. Соберись, соберись, закрой глаза. Открой, ничего не открывай. Заработал день. Будешь пить еще? Нет. Такие вот дела. Компьютерная магия сейчас, да, много чего может. Это, конечно, губит все. Да? Все, всю жизнь музыки убивает. Ух ты, какой философ. Ну, потому что, блин, надо как бы, уж если ты музыкантом назвался, исполняй нормально. Че вот начинается? Перепишем, хуево, еще раз. Надо добиваться мастерства своего, потому что это же тоже как бы ремесло, если ты хочешь тем более этим деньги зарабатывать. Уж будь добр как-то, исполняй хорошо тогда. Иначе кто тебе деньги даст, если ты плохо будешь делать? Но... И на этой сказочной ноте я хочу тебе сказать огромное спасибо. Я посмеялась от души. Было круто. Ну, по коронавирусному. Тогда локтями надо. Ну вот и все, я надеюсь, вам понравилось. Отдельное спасибо хочу сказать вот этим ребятам за информационную поддержку и крутость. Вот этим ребятам я очень люблю Радио Морс. Вот этому классному человеку, который держит сейчас камеру уже, ну, какой, второй год, да? И, конечно же, студии Хит за гостеприимство. Если у вас есть друг или вы обладатель какой-то интересной профессии, приходите ко мне в кадр. Вы можете написать мне ВКонтакте или в Инстаграме. Всех люблю. Всем рок-н-ролл. Yeah.